Ну что ж, ликуйте, любители Subaru, и на вашей улице сейчас наступит праздник, потому что мы наконец-то посмотрим новинки Subaru на Женевском автомобильном салоне. Так, это старая фигня, это старая. Мы эту видели уже, XV, да, господи, 100 раз. Livorq тоже 35 раз видели, XV. А нет, извините, никаких новинок нет. Но есть одна очень интересная штука. Пойдем покажу. Это кроссовер Subaru. И сейчас вы ожидаете, что ваш мозг взорвется. Вы наконец-то увидите, что Subaru в будущем будет делать что-то действительно крутое и не похожее на то, что они делали. Ну что ж. Кто-нибудь может мне сказать, почему он такой же, как Subaru XV, который стоит вон там? Это полет мысли Subaru? Неужели вы додумались сделать вот такие колеса и вот такое пластиковое крыло? Все? На этом все? Серьезно? Короче, друзья, в ближайшее время Subaru не изменится ни на чуточку. Это капец. Но, может быть, за это вы их и любите. Может быть, вы поэтому и хотите себе Subaru. Традиции, традиции, еще раз традиции. Ну, ладно, смотрите, у них здесь есть камеры вместо зеркал. Ну, по крайней мере, на концепте. Как это будет в реальности, ну, мы все знаем. Это будут вот такие же лопухи. А еще есть вот такая крыша. Интегрированная. Вроде как отличающаяся особой прочностью, все дела. Но в остальном, друзья, это тот же XV. Это, черт побери, тот же XV. И когда он станет не концептом, он будет вот точно таким же, как все эти Subaru.